Ну, это я обязан снять, конечно. Мужик тут отжигает. Жалко, у меня лишних денег нет. Ты смотри-ка, оказывается... А я думал, публику он собрал. Ты смотри, как обидно. Это американский футбол, что ли, играют? Это какая-то сцена. Из Alice in Wonderland. Что? East Green. И я опять потерялся. Слушай, издеваются, блин, что ли, над ним? Интересно. И как интересно, они будут рисковать своими жизнями? Нет, ну ладно, сейчас глянем. Просто они танцоры или кто они? Ой, они прям рискуют жизнями, смотри. Если у кого-то порвут штаны... Все-таки танцором? Что он, на что он намекает? Как они не любят эту саксофонисты, да что-то чем-то. Кошмар. Ну давай, мужик, удиви. Давай, удиви меня. Ну, он гибкий, как минимум. Мне нечем хлопать. Блин, что ж ты, я впереди не встал. А, ребята. Опа! Надо же. Так. Я так понял, ты парень самый крутой. Блин, смотри-ка, мужики сыгранные прямо. Они прям шоумейкеры. Давай, мужик, сделай уже что-нибудь. Видео капец длинное. Нью-Йорк-Сити,
Блин. Давай, я уже жду минут 10. Рука устала. Let's warm up. He's flipping through his legs. We call this one a ball busting situation. It's not funny. I'm risking my testicles. Don't worry, he has nothing to lose. Just a warm up. Warm up number two. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off. Ой, блин! По-моему, рискуют только мной. Ребята, это называется профессиональные уличные эти. Господи. Это как наш парик. Да мы с первого раза. Блин, как это? Игра слов, но я ее не понял. Ребят, не пошло раз. Немножко расизма. Блин. She likes chocolate. Sexy cougar. Господи, спасибо, что я там не стоял. Спасибо, что я там не стоял, боже мой. Ah!
Sound.